Сегодня у нас очередная распаковка на канале, и заказывал на планшет Samsung чехол. Чехол сейчас здесь. Аккуратно его распаковать. Вот такой вот чехол продавец положил вместо чехлом. Пленку защитную также положил этот стилус, ну и непосредственно сам чехол. Чехол у нас пластмассовый здесь. Ну, это как бы плохо, то что он здесь пластмассовый, потому что вот эта пластмасса по углам может потрескаться и поломаться, как бы розетка. Если вы стоит перед вами выбор заказа чехла, то обратите на эту ситуацию внимание. Я сейчас посмотрю на свой заказ. Если я действительно заказывал такой чехол, именно имеется в виду с пластмассовой задней поверхностью, лучше, если она будет резиновая. Но если я действительно заказывал такой чехол, то это одно. А если нет, то буду открывать спор и общаться, разговаривать с продавцом. Такая была у нас сегодня распаковка на канале. Ссылку на данный чехол я размещу внизу под видео. Кому пригодилось видео, ставим лайки, подписываемся на канал. Всем пока. До скорых встреч на канале.